Пробуй. Что из этого выйдет? Мирка. Уеду. Мирка, отходи. Мирка. Ого, понесло меня. Под горку же здесь несет меня. Такие вот съемки. Всякое в жизни надо попробовать. Мирка, догоняй. Получается, я еще и на камеру смотрю, и на дорогу, и еду, и педали кручу, и вот и куча какая-то у меня на дороге. Ребята, знаете, сделали как. Идите, сейчас покажу. Вот это все было здесь загущено. А теперь, гляньте. Ну что. Есть рыбка. Есть вон маленькая. Мирунька. А с Марсиком поделишься? Эх. И Марсику есть. Марсик! Марсик! Марсюшка! Марсик! Глянь! Это самая крупная. На Мирке маленькая попалась. Вон хвостик, видишь какой. А тебе самая крупная. Видишь, такая крупная, что ты проглотил и даже не почувствовал. Она с тобой не поделится. Опа, закинул. Мирка, ну дай хоть хвостик Марсику, а? Мирка. Мирунька. Вот Марсюшка, она за мной бежала всю дорогу на велосипеде. Может быть, хвостик оставит Марсюшке. Мира, дай хвостик. Не, она сейчас, если я подойду, заглотит всю рыбку, чтобы Марсику не досталось. Мирочка, дай. Дай хвостик. Ну дай, вот, хотя бы вот эту. Уйди. Марсик, иди. Да иди. Проглотила. Вот ты какая жадная. Жадоба.
катаюсь на велосипеде. Вечером взял за правило два круга делать. С непривычки тяжело. Руль крутится вообще. Виляет, в смысле. Ну что? А я все равно езжу, все равно даже стараюсь ролики снимать на ходу. Ну что, поехали? Буду вас кормить. Ну что, земляне, закат в Александровском саду. Попей водички, Мася, попей, животик наполни, и будет казаться, что ты большую рыбку съел. Осень, как говорит Галина Галиновна, всегда в конце она: весна, осень, зима. Ну, сейчас осень.